пропустили мяч в самом начале игры. И казалось, что еще времени достаточно много. Но мы очень в атаке, наверное, сыграли некачественно. И, казалось бы, большая группа игроков в атакующих действиях. Но последний где-то подставить ногу, выйти на прострел, на опережение сыграть. У нас этого не получилось. Играли на одной половине поля, а счет 0-1. Очень неудачный матч. Нужно было делать изменения. Изменения в чем? Ну, атака с флангов у нас не совсем хорошо получалась. Хотя на флангах играли игроки и Фарфан, и Денисов, те, которые могут играть в атакующих действиях. Но сыграли не лучшим образом. Поэтому нужно было изменения вносить. Мы посчитали, что Рыбус с фланга будет более опасным. Но все равно с левой стороны тоже ничего не получилось. Как в прошлый раз, так и сейчас. На Эдере, на мой взгляд, что фол не 100-120% был. Я не смотрел, потому что не имеет никакого смысла. Проиграли игру, что теперь изменить, ничего не изменишь. Вот то, что на память пришло по поводу Эдера. Ну, как такие не давать? Штрафные или 11-метровые, я не знаю, где он был. Если руками человека держит. Ну, во-первых, хорошо в воздухе, хорошо играет Амкар. Три центральных защитника, они высокорослые. Они очень хорошо играют. И они, я думаю, что не только Эдер, а кто-то еще. Любой игрок им может проиграть. Он проигрывал. Вот с этим я связываю, что они хорошо сыграли.